Меня зовут Алексей Будько. После окончания консерватории я вступил в ряды Академического симфонического оркестра Республики Беларусь на должность артиста. В нашей стране классическая музыка действительно актуальна, и она сейчас на таком подъеме в плане слушателей. Люди приходят, и залы на самом деле, аншлаги существуют. Самый перспективный инструмент, на которых я играю, это, наверное, контрабас. Ну, интересный инструмент, вы же сами ли заметили? Ну, ваше внимание он привлек как? То есть такой величественный, с тембральной окраской, глубокой такой. В этом году я занялся работой над проектом, над кавер-проектом, кавер-бендом уличным, вот, который называется Citizen. Играл на скрипке, также изучал фортепиано, это первый мой инструмент. Мама меня научила на нем играть. Вот. Также я задействован сейчас, на данный период, в проекте электронной архаики шума, синтез белорусского фольклора и современного саунда.